Від ідеї до успіху. Український донецький куркуль. Проект для тих, хто має мрію, але не має коштів на її втілення. Ми готові підтримати кожного, хто прагне працювати для розвитку нашої України. Більше 300 учасників та понад 150 переможців з різних куточків Донеччини. 140 мільйонів гривень інвестицій у розвиток малого та середнього бізнесу за півроку. На сегодняшний день наше предприятие выпускает более 150 видов продукции, и ассортимент, честно говоря, постоянно растет. Продукция у нас отличается, это натуральностью, качеством. Эту продукцию можно кушать самим, давать детям, это не страшно, это полезно. На фабрике у нас работает около 70 человек, и труд, конечно, у нас очень тяжелый. Почему? Потому что в основном это ручной труд, ручная работа. И мы хотим стать по-настоящему европейским предприятием. Когда мы хотели после 2014 года взять кредит, мы обращались во многие банки, но нам отказывали. Когда Приватбанк пришел и предложил нам свою программу, то есть сказали, что они могут дать нам кредит выделить под именно программу «Куркуль». То есть тело кредита возмещаем мы, а проценты нам помогает возместить обладминистрация. Выложить все деньги вперед очень тяжело на покупку этого оборудования, а вот так вот потихонечку отдавать кредит, гасить, и когда тебе помогает еще гасить проценты обладминистрация, то, конечно, это вообще, ну, спасибо большое. Ми з жінкою давно думали кіз завести. От, ну так і вийшло. Ми кіз завели, почали виробляти сири, бо самі їх любимо. Почали потихесенько продавати, так? Потім ще плюс ковбаси сирів'яли. Ну, це теж ми завжди любили. Ми раніше до війни торгували чужими ковбасами. Зараз почали виробляти свої. Оце салями Гольштейн, дуже така добра за німецькою рецептурою. Оце суджук армянський. Українські ковбаски, ну що хочете, все є. Все є і все своє, бо у куркулів так має бути. Мій прадід був куркулем, якого розкуркулили в свій час, виселили з хати з дітьми. Мною було створено одноосібне фермерське господарство «Сафіра». Я участвувала в конкурсі «Куркуль», «Донецький куркуль» і виграла 500 тисяч гривень. На ці гроші було придбано мною 18 корів породи «Голштин» і «Джерсей». Чого я захотіла зайнятися крупним рогатим скотом? Тому що я це найкраще знаю, саме найкраще. І мені це ближче до душі найбільше. Изготавливаем котлы. В чем сейчас эта фишка, именно мы пытаемся к чему дойти? К тому, чтобы человек мог пользоваться дешевым теплом, сжигать практически весь мусор, любые свои отходы бытовые, и тем самым не загрязняя окружающую среду. Пару лет назад мы столкнулись с проблемой в том, что у нас не хватает оборудования. Однако оборудование очень дорогостоящее. Узнав о программе «Украинский донецкий куркуль» Павла Ивановича Жижибрівського, мы решили с женой поучаствовать в программе и написать бизнес-план. В данный момент уже произвели полностью закупку всего оборудования. Купили американский плазморез, два полуавтоматических сварки, две штуки промышленного образца, порошковую камеру покраски, полностью все оборудование для пескоструйного цеха.
очень-очень люблю мягкие игрушки. Была в Киеве в прошлом году в одном из новых торговых центров, и там продавался медведь размером, наверное, 3 метра минимум. Он очень был огромный, и стоил он около 10 тысяч гривен. Вот. Ну, и я так подумала, на самом деле я скупаю любые игрушки где-то, какая-то приемлемая цена, и они у меня едут ко мне домой. Вот, и я решила, почему я не могу это сделать сама. Ну, почему бы и нет? Люди сами шьют себе одежду, чтобы не покупать, да, сами делают какие-то подделки, еще что-то. Почему я не могу шить сама игрушки? По пошиву игрушек я была одна, вот, наверное, вот это мне больше помогло. Вот, и я знала свой проект от А до Я, поэтому, ну, я считаю, что, ну, мой проект этого заслуживает, я очень много сил туда вложила. Это первое, чему я научился, что я научился делать именно профессионально. Когда я попробовал сам свой первый сыр, я, ну, пощупал спину, не вырос у меня крылья, потому что это было очень круто. На данный момент 23 вот, в ассортименте вида сыра, который он может варить, умеет варить и делает это качественно. Моцарелла, бри, что маскарпоне, пармезан. Также есть же авторские сыры, которые на базе тех сыров, известных мировых сыров, которые знают во всем мире. Он постоянно экспериментирует, он добавляет что-то новое, что-то свое, какие-то травки, какие-то ингредиенты, и это совсем другой вкус. Услуга и помощь водителям, помощь, что проезжает у нас проезжая дорога. Всем нравится, все поддерживают на всех уровнях. Потому что, особенно если услышишь, что 20 км ближайшие на Макаров в сторону, как никак, а люди-то ездят. Український донецький куркуль. Проект, який надає не тільки безповоротну фінансову підтримку, а й допомагає з відшкодуванням відсоткових ставок за кредитом. Головні умови, цікава ідея, якісний бізнес-проект та віра у власні сили. А я йшла на конкурс, я, наприклад, я не вірила, що я виграю. Просто от для себе, от попробувати. Получиться чи ні? Получилось. І це безпрецедентна програма, я так розумію. У нас в Украине раньше никого такого не было, никто предприемцам не давал гроши. Я разумею, импортные там фонды дают, это тоже очень хорошо, это классно, а когда дают наши, ну, это, как кажется, снимаю капелюха. Я, если честно, думала, это все обычный какой-то развод, это все неправда, все уже там поделено и так далее. Вот. Ну, я вообще не ожидала. Ну, попытка не пытка, живем один раз. Эта программа, она оказалась как нельзя более кстати, потому что, я говорю, занимаюсь 10 лет, и у меня была постоянная проблема оборудования, постоянная проблема, потому что все очень дорогое. Мы не будем зупинятися, вот сыроварню збудували, и сидим собі, так, да, робим сыр, и больше нам ничего не треба. Ні. Нам треба ще більше сироварні, нам ще треба переробка м'яса, нам ще треба ростити поголов'я. Ну і це все дуже добре буде впливати на розвиток країни і краю взагалі. Огромна благодарність за те, що от дійсно допомагають. У мене були некоторі недоробки з точки зору того кормлення і цифр. Вот. І мені підказували, мені допомагали. На этапе, когда я рассказывал некоторым там знакомым, что я вот участвую, вот жду там, что же будет, они говорят, смешно, ты же уже не мальчик, что ты ждешь? Все это куплено, все это брехня, все это неправда, все это ужас, коррупция. А потом, когда я действительно, когда я им показал, вот видите, вот они денежки, вот он бизнес. И у меня уже сейчас уже человек 5 в неделю обязательно звонят, интересуются, просят рассказать, как это все происходит. То есть люди поверили, и я призываю смотреть, верить, слушать и участвовать.